На Украине, похоже, возрождается анархия начала 20 века. К ужасу пассажиров поезда номер 65 Москва-Кишинев, который совершил остановку на вокзале в городе Винницы 21 марта, в пассажирские вагоны вошли люди в форме украинской повстанческой армии и занялись так называемой проверкой документов. При этом граждан, предъявивших российские паспорта, заставляли сдавать имевшиеся у них деньги и золотые украшения. Грабеж сопровождался политической и разъяснительной работой. Вызывает недоумение, что попытки ограбленных подать соответствующие заявления в местные органы внутренних дел окончились безрезультатно. Милиция просто отказалась принимать такие заявления. Такое вот правовое государство формируется в настоящее время на Украине.